Я хотел бы к Ивану Николаевичу публично обратиться с такой, может, необычной несколько просьбой. Почему публично, чтобы эта тема так не ушла в песок. Я просил бы вас, как главу города и как мужчину, заступиться за женщину, за имеющую активную жизненную позицию, работницу «Обэкспресс» Елены Галычевой. Вы с ней знакомы, насколько я знаю, она к вам на прием приходила. Дело в том, что вот многие предыдущие руководители, вот, в том числе, видимо, нынешние, оказывают на нее определенное там, психологическое давление, чтобы она не высказывала свою позицию в соцсетях о событиях, происходящих в «Экспрессе» в городе. Я что хочу сказать, что, конечно, понятно, любому руководителю неприятно, когда его подчиненные там, что-то высказывают в работе предприятия. Я хочу привести такой пример. Когда мы по «Экспрессам» руководил наш коллега Юрий Владимирович Шахлов, он замечательно ходил контакт с этой женщиной, прислушивался к ее мнению, то есть работали конструктивно. Я к тому, что это вот человек не из той оперы, который там постоянно что-то там жалуется на своих руководителей. Нет, это человек, которому действительно дорогая судьба родного предприятия, как и тысяча дзержинцев на присутствующем здесь, и судьба родного города. Поэтому я прошу, чтобы вы там, я уж не буду фамилию называть, чтобы вы, сказать, своим там этим заместителем, кто курирует это предприятие, дали, так сказать, указания, не трогайте эту женщину.